Так, друзья, раздвоение, выставка Артура Йонаускаса. Графика, фотографии, друзья. Сейчас посмотрим. Выставка «Раздвоение» представляет новую грань искусства фотографии, находящейся на границе с печатной графикой, а зачастую находящейся на ее территории. Так, Артур Йонаускас, фотограф-художник, член Союза художников России, живя в Петербурге, работает в техниках так называемой альтернативы печати изображений. Дорогие друзья, посмотрим его работы. Это голая женщина. Вот такой, друзья, у нас фотограф в мини-галерее в Артвузе, друзья. Вот такой вот, друзья, что называется, общий план. Выставка «Раздвоение». И на этом мы закончим. До следующей записи, дорогие друзья.